Палочки. Я долгое время не играл на барабанах из-за травмы. Вот. У меня тут палочки вот новые покупать сейчас. Нема за что. А эти реанимировать можно очень легко с помощью скотча. И эту можно еще чуть-чуть скотчиком намотать для надежности. Ну, надо, конечно, чтобы вес палочек был одинаковый. В принципе, вес палочек одинаковый. Вот. Ну вот, теперь этими палками можно взломать. Правда, получилось немного, одна, по-моему, толще, да? Чуть-чуть. Ну, сейчас я эту замотаю. Хорошо. Все, пока-пока. Подписывался на мой каналчик. Как смонтирую видео, выложу. Да, сегодня выложу, скорее всего. Там и много видео у нас выложу, только сегодня то видео, которое самое последнее. Пока-пока. Подписывайся на мой каналчик. Вчера отмечали моему проекту Тройнопарк 20 лет в клубе LF. Вот, людей пришло мало, тех, кто меня знает, к сожалению. Вот, пришли в основном молодежь, которые там любят металкор, в основном такое, да. Трешатину, дизятину, блэк публики вообще не было, к сожалению. Все, пока-пока. Ну, были там несколько человек, но это ж вот, мало людей было. Все, пока-пока. Рекомендую ходить в клуб LF, там вкусная. Еда, классная атмосфера, офигенный звук, вид классный с окна на речку, там где утки плавают. Вот. Кстати, подписывайся на мой канал, я снимаю уток тоже, у меня есть два канала. Один канал основной, где есть плейлист с уточками, и есть канал, создал специальный канал про уток, Duck Words называется. Все, пока-пока. Thank you.